12-тысячелетняя история на юго-востоке Турции уходит под воду. Один из древнейших городов мира, Хасан-Кейф на реке Тигр, в скором времени исчезнет. Здесь завершается строительство новой гидроэлектростанции. Вместе с городом будет затоплен археологический памятник, состоящий из 4000 пещер и близлежащей деревни, всего 199 поселений. Этот регион населен преимущественно курдами. Экрем Илмаз пока не знает, куда уедет. Я здесь останусь так долго, как смогу. Но когда придет вода, у меня уже не будет выбора. Плотина Илиису уже практически готова. Водохранилище заполнится в марте. ГЭС строится в рамках масштабного правительственного проекта по развитию Юго-Восточной Анатолии. Планируется, что станция будет производить 4% от всей электроэнергии в стране. В новом Хасан-Кейфе на противоположном берегу реки уже построены 760 типовых домов, большая мечеть, школа, торговый центр и музей. Ахмед Акдени сначала был против планов правительства, но потом изменил свое мнение. Он говорит, что власти выкупили его антикварный магазин и дом по хорошей цене. И на эти деньги он купил в новом Хасан-Кейфе просторное жилье. Когда водохранилище заполнится, туризм получит стимул для развития. Люди будут приезжать, чтобы кататься на лодках. Я слышал, что берега свяжет канатная дорога. Из акций протеста активистов и экологов от участия в проекте отказались европейские инвесторы. Большинство местных жителей уже покинули свои дома, но, несмотря на обещания турецких властей, некоторые так и не попали в списки переселенцев и до сих пор не знают, где будут жить. «Мы попросили правительство нам помочь», — говорит Нилуфер, — «но нам никто не помогает. Мы вернемся жить в пещеры на горе, как жили раньше наши предки». Сотни тысяч туристов ежегодно приезжали посмотреть на археологические памятники Хасан-Кейфа. Из всего исторического наследия власти переместили лишь 8 объектов.